Привет, поздравляем тебя с победой. Первый вопрос, конечно, каково это быть лучшим диджеем в Беларуси? Это непередаваемое ощущение, на самом деле. Трудно поверить в то, что стал, грубо говоря, лучшим диджеем. А какие эмоции вот в первый момент возникают, когда ты узнаешь, что ты лучший, у тебя первое место? Шок, конечно, то есть эмоции, которые переполняют меня. То есть я в шоке, на самом деле, и до сих пор не могу еще дойти. Эти эмоции присутствуют сейчас, здесь и сейчас. Что нового в твою жизнь принесло участие в этом проекте? Какой-то успех, какое-то продвижение, то есть благодаря диджей батлу я, то есть, как-то себя показал, то есть, зарекомендовал, то есть люди полюбили какие-то, то есть, все, что, много дал мне, что диджей батл. Сам. А повысил ли проект твою популярность как диджея, как мужчины? То есть не стало больше поклонниц женского пола? Стало ли? Предложений, да, Да, предложений очень много сейчас стало, в принципе. То есть одно предложение от одной конторы, да, не буду говорить пока какая. Подписал контракт вместе с Сашей Винцем, то есть мы сейчас работаем под ними, можно так сказать. Вот. Думаю, что в будущем будет намного интереснее и намного больше качественного саунда. То есть. Какие-то конкретные планы на будущее вырисовываются уже или ничего пока? Да, лайв-проекты, то есть играть живьем, то есть пока это еще только в разработках. Надеюсь, что в будущем будет интересно, чем сейчас, интереснее. У каждого диджея есть какая-то своя аудитория. Как ты можешь описать, охарактеризовать именно свою аудиторию слушателей? Как-то не могу я описать, если честно. Это люди, которым нравится такая музыка. Они себя соответствующе ведут, так, то есть отрываются, тусуются. Понятно, еще раз поздравляю тебя. Спасибо большое.